Табличка о том, что благоустройство в этом дворе по улице Свободы завершено, уже повесили, а работа на самом деле только-только начинается. В понедельник сюда зашла подрядная организация. Благоустройство жители дома ждали 5 лет. Еще в 2017-м подготовили проект будущего двора. Деньги нашлись только весной за счет экономии по другому объекту. В мае был определен подрядчик. Потом жители согласовывали план с управляющей компанией. Реальные работы начались только сейчас. Подрядчик и депутаты уверены, скоро все сдадут. Тут осталось буквально 2-3 дня, чтобы положить асфальт. Потом малые формы закуплены, управляющая компания работает активно. То есть все, что нужно, уже лежит на складе. Вот сейчас осталось вот эти вот подготовительные работы по благоустройству. Но такие активные работы ведутся не везде. Буквально через несколько кварталов тишь и благодать. По словам жителей, подрядчик взорвал асфальт в субботу. Больше его здесь не видели. Это двор в самом центре Челябинска по площади Революции. По планам подрядной организации благоустройство здесь началось 4 дня назад. Сейчас середина рабочего дня и нет ни одного сотрудника. В выходные Наталья Котова без предупреждения посетила проблемные дворы в Советском районе и также нигде не встретила рабочих, хотя подрядная организация заявляла, все на объектах. С Макаровым разберитесь, по наказам избирателей, по-моему, низкий процент исполнения по 4 дворам, которые там месяц уже, а процент исполнения 15, так не бывает. Поэтому есть причина, если есть причина, значит нужно либо их устранить, либо забрать на другие проблемные объекты. Теперь районным чиновникам и депутатам предстоит усилить контроль, иначе у подрядчика могут забрать часть объектов и передать их более работоспособным. Такие в Челябинске есть. Чудеса иногда все-таки случаются. В этом дворе мы снимали в середине лета. Тогда работа по благоустройству здесь остановились, подрядчик заявил о том, что денег больше нет. Через день после выхода сюжета средства нашлись, а работы возобновились. Дмитрий Бочко, Роман Поротиков, 31 канал.